Пригласительное на лобовом стекле – знак того, что ваш автомобиль припаркован в неположенном месте и уже нарушение зафиксировано. Как показывает практика, чаще всего водители ставят свои машины прямо на газонах. Некоторые даже умудряются загнать свой транспорт прямо под окна. Хотелось бы призвать к гражданской ответственности всех правонарушителей, которых мы приглашаем для составления протокола, так как случаи бывают разные, и непосредственное объяснение правонарушителя очень существенно влияет на решение по конкретному правонарушению. За первые полгода было рассмотрено 98 протоколов за парковку на газонах и 38 на детских и спортивных площадках. За такое нарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения либо штраф от 1 до 3 тысяч рублей. За нарушение правил парковки на газонах была наложена сумма 101 тысяча рублей. Общая сумма в течение первого полугодия. За нарушение правил парковки на детских и спортивных площадках было наложено 11 700 рублей. Кроме того, выявлять нарушения помогают и неравнодушные горожане. Они присылают фотографии на электронный адрес департамента ЖКХ и в службу муниципального контроля. Правда, сотрудники администрации обращаются с просьбой дополнительно указывать дату и время фиксации нарушения. Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск».